Всем привет! Сегодня поговорим про очки виртуальной реальности с сайта TomTop. Это видео не претендует ни на какой обзор. В этом видео я просто расскажу мое мнение о данной технологии, о данных очках, о очках такого типа. Если вам интересно, то мы начинаем. Давайте быстренько посмотрим на дизайн. Выглядят они вот таким вот образом. Сюда вставляется ваш мобильный телефон вот таким вот образом, и вы закрываете. Внутри это выглядит вот так. Это у нас пластик, никакого стекла, понятное дело, за эти деньги нет. А стоят они примерно 10 баксов. Сзади выглядит все вот таким вот образом. Можно это все дело регулировать. Вот таким вот образом. Также можно вот так фокус регулировать. Вот эта вот вещь нужна, чтобы вы не видели вашу комнату, чтобы был эффект полного погружения. Также желательно иметь хорошие наушники, да, которые с хорошим шумоподавлением. Что за приложение вообще можно смотреть на данных очках? В принципе, таких приложений очень много. Вбиваете в Google Play VR, и там куча, просто огромный список игр, огромный список приложений. Также можете найти видео с 360 на YouTube, тоже очень много. Какого типа? Есть игры различные, которыми можно играть. Есть всякие американские горки, есть даже хорроры, которые очень даже неплохо можно смотреть. Можно по миру погулять в данных очках, тоже очень круто. И просто куча всего. Что касается моего мнения, понравились мне данные очки или нет. Да, мне они достаточно сильно понравились. На мой взгляд, ну каждый должен хотя бы попробовать посмотреть на данных очках, потому что, ну, стоят они бюджетно, $10, действительно эмоции вы точно почувствуете, и они будут действительно положительными. В тех же американских горках, думаю, очень многим будет действительно интересно, или, например, по миру покататься тоже очень круто, полный эффект присутствия, особенно в хороших, качественных наушниках. Есть совершенно разные виды данных очков. Вот это, на мой взгляд, очень даже хорошее, стоит очень бюджетно, все-таки $10, даже по нынешнему курсу это, ну, не очень много, и потратиться на них можно. Также, думаю, будет интересно детям, потому что им-то вообще будет точно очень интересно. Хорроры, игры, всякие гонки также можно играть, тоже будет очень даже интересно. Ну что, думаю, я рассказал свое мнение. Повторюсь, это видео не претендует на обзор. Это чисто мое мнение. Я не решил делать обзор, я решил сделать именно такое мнение свое. И думаю, многие после этого видео купят данную вещь. Ссылочка на TomTop будет в описании. Также там будет купон до конца февраля, где вы сможете купить данные очки еще дешевле. Ну что, все ссылочки в описании. Ставьте большой палец вверх. Также напишите в комментариях, интересно ли вам именно вот такие вот видео, мое мнение, не обзоры, где там все это сильно рассказываю, а чисто мое мнение о гаджете. Интересно или нет, пишите в комментариях. Всем пока!